Юля, чи колись замислювалася ти, що треба зробити для того, щоб робота в команді була більш згуртованою, більш прогресивною? Ну от, наприклад, чи потрібно поєднувати людей в колективи з різними психотипами? Ти знаєш, я замислювалася, звичайно, думаю, що це дуже актуальне питання, але кращі відповіді, ніж я, дасть, звичайно, чудовий бізнес-тренер Олена Артюхова. Давай зустрінемо її у нашій студії, розмова буде дійсно цікавою. Олена Артюхова. Бізнес-тренер. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченко, факультет «Правознавство». Вивчала психоаналіз в Міжнародному інституті глибинної психології. Пройшла тренінги по MBTI в компанії Ernst & Young. Сертифікований бізнес-тренер MBTI міжнародної класифікації англійської компанії OPP. Опублікувала 3 юридичні статті. Здала кандидатський мінімум в Інституті «Держава і право». Працює над кандидатською дисертацією. Отже, пані Олена, ми вітаємо вас в нашій студії. Дякую, що завітали. Сьогодні поговоримо про щось новеньке особисто для мене. Це MBTI класифікація, яка набирає попит шаленими темпами останнім часом. Розповідайте, почніть розмову з того, що це таке і для чого це потрібно. MBTI розшифровується Myers-Briggs Type Indicator. Это инструмент, который помогает определить психологически врожденные установки, то есть психотип. В мировой практике уже используется более 70 лет. Ну и в нашей стране уже я его популяризирую на протяжении 6 лет. А как эти знания могут покращить атмосферу, например, у коллектива, сделать команду сгуртованной, или работу эффективнее? Расскажите детальнее, потому что, насколько я понимаю, этот инструмент очень эффективный. Если вы говорите, что вы его популяризуете, вы точно знаете, почему. Почему, как он влияет? Ну, у меня опыт работы с инструментом более 15 лет, а сертифицировалась я как тренер в английской компании OPP 6 лет назад, в 2014 году. На сегодняшний день касательно все, что связано между людьми, это все человеческие отношения, это все контакты между психотипами. Вот такое понятие, как родственные психотипы и антиподы, это все есть в MBTI. Вы наверняка в жизни встречали людей, которые вот смотришь на человека, ничего плохого не сделал, но чувствуешь, что-то с ним не так, да, как бы, наверное, не успел, какой-то он не очень хороший. Это просто может быть ваш антипод человек, но при этом прекрасный специалист в определенном направлении. Как правило, руководители и собственники крупного бизнеса подбирают людей, которые им комфортны, с которыми им приятно общаться, с которыми они находят общий язык. И очень часто мы сталкиваемся со следующей проблемой. Они набирают себе подобных. Получается, они не используют определенный дар и определенные психологические структуры, которые могли бы дополнить работу компании и расширить. Люди делятся, одни люди структурные, другие люди спонтанные. У спонтанных людей, у них тоже очень много сильных качеств. Допустим, Билл Гейтс, он не системный человек, он спонтанный. Это человек, который очень часто опаздывает, который может что-то забыть, еще что-то, но при этом у него мозг работает гениально, и он делает какие-то сумасшедшие финансовые вещи. А человек, допустим, со системным мышлением может сразу, ага, как, ты даже вовремя прийти не можешь, какой с тебя может быть толк? Надо, у каждого человека есть свой дар. То треба набирати в компанію однакових чи різних людей? Я не зрозумів, поясніть мені. Нужно набирать разных людей с разными психотипами, для того, чтобы команда была полноценная, и для того, чтобы вы могли со всех сторон, со всех граней наперед обезопасить свой бизнес. Зрозуміло. А взагалі, чи треба використовувати MBTI в бізнес-світі і для чого? Ну, в мировой практике MBTI используется в MBA, обязательный предмет даже у нас в компании Ernst & Young в Кине. В Киеве MBTI – это один из предметов. Скажите, пожалуйста, а если, например, бывают такие люди, которые вы говорили про спонтанность и говорили про системность, чи бывают люди, которые спонтанно системные? Вот я отношу себя и до системной людини, и до спонтанной. Я люблю спонтанность и люблю планировать и системно мыслить. Чи є такі, и що, куди нам идти? Смотрите, каждый человек использует, скажем так, два способа коммуникации, и системный, и спонтанный, но один из них все-таки является ведущим и врожденным. Вот я, допустим, системный человек, я преимущественно прихожу вовремя, если я договариваюсь, я всегда держу слово, но иногда
Мне тоже хочется, блин, спать столько, сколько я хочу, и договариваться тогда, в там последний момент, еще там как-то, чтобы психика расслаблялась. Поэтому основная ведущая функция одна, а поведенческие реакции могут быть разными. Но все равно наверняка даже у вас есть знакомые, с которыми вы договариваетесь и знаете, ага, Петя, он всегда опоздает. Угу. Там, Сережа, да, он всегда придет вовремя. Есть же у вас, правильно? Так, вот психологически. Да, вот это вот и есть типология, только ваша внутренняя. А я это перевожу на профессиональный язык для собственников бизнеса. Тобто власники бізнесів мають розуміти, яким чином об'єднати різних людей, як ви вже сказали, правильно? Тобто вони не мають набирати на роботу однакових людей, таких, які їм тільки близькі, вот а вміти вот, об'єднати. Вот эта вот проблема була у Марка Цукерберга, основателя Фейсбука. Геніальний чоловік придумати вот таку махину, ну вот на самом деле. Та зараз, коли є Фейсбук, нам все кажется, як це сразу когда-то його не було, а вот изначально придумати таку махину. І почалися у нього проблемы, и мировые аналитики стали анализировать, почему он такой умный человек, почему он допустил такую ошибку. Пришли к выводу, что если бы он сделал бы изначально бы команды образования по MBTI, по психологическим структурам, то этой бы проблемы бы не произошло. То есть разные психологические структуры смотрят по-разному на этот мир и видят другие, видят проблемы определенные и определенные пути к их решению. Каждый человек из нас имеет свою формулу для принятия решений. И у Марка Цукерберга этой проблемы бы не было, потому что он набирал себе подобных, с которыми ему удобно и приятно общаться. Однодумцев. Да, 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 однодумцев. Люди есть с детальным мышлением, есть с глобальным мышлением. Если у вас, допустим, сотрудник на должности развития компании будет с детальным мышлением, ваша компания будет стоять на месте. Угу. Потому что человек с детальным мышлением хорошо мыслит здесь и сейчас, находит факты, сопоставляет, но у него плохо развито видение будущего. Человек с глобальным мышлением видит на 3, на 4, там, на 5 каких-то там вершин вперед. Вот такое мышление, но при этом теряется в деталях. Это очень важно понимать для собственника. Если у тебя, допустим, на стратегии стоит человек с глобальным мышлением, прекрасно. Добавь его еще с детализированным мышлением, тогда он будет приносить эти концепции, идеи. А человек с детализированным мышлением все себе раз-раз расставлять и все, и делать это. От є секретні служби, так, ЦРУ, ФБР, чи правда, що вони використовують цей індекс у своїх розслідуваннях і яким чином? Можете про це розказати? Да, MBTI используется вообще везде, где есть человеческая коммуникация. Вся коммуникация, даже мы сейчас с вами, это коммуникация MBTI. Между людьми, это между психотипами. Спецотделы ЦРУ владеют MBTI. У них такая должность называется профайлер, человек, который составляет профиль личности при работе с террористами, который прогнозирует поведенческие реакции. Вот все, что в фильмах мы видим, это все, ну, абсолютно реальная правда, это все есть. И один из инструментов, на который они опираются, это именно и есть MBTI. Также MBTI используют для расследования преступлений. Нету ни хороших, ни плохих психотипов. У каждого психотипа свой набор качеств. В преступление может совершить любой психотип, но каждый выберет для себя удобный способ. Зная психотип, можно посмотреть, как было совершено преступление, и понять, что вот этот человек с этим психотипом мог бы совершить это преступление, но он бы сделал его по-другому. Это тоже вот в таким путем люди расследуют, спецагенты ЦРУ расследуют преступления. Цікаво, пані Олено, дивіться, до початку цього ефіру, я зізнаюся чесно, я взагалі поняття не мав, що таке MBTI, і думав, що мені ця тема буде не цікава. Але в ході нашого діалогу я зрозумів, що мені стало цікаво. І я, знаєте, про що хотів поговорити? Ми говорили вже по суті, а коли взагалі з'явилося поняття MBTI? Ну, раніше, там, не знаю, там, в 80-х, 90-х роках про це говорили взагалі чи ні? Да, я сейчас расскажу вам. Изначально основатель теории был Карл Густав Юнг. Это было где-то 20-е годы нашего века. Он потратил 20 лет для того, чтобы написать книжку «Психологические типы». Ну, история даже была, наверное, немножко следующая. Немножко в историю окунусь. Карл Густав Юнг был учеником Фрейда. И Фрейд его очень любил и считал его своим как сыном. Он считал, что он ему все передаст последователям. И Карл Густав Юнг к Фрейду относился как к своему отцу. И они очень друг друга любили, уважали. И тут в один прекрасный момент они стали очень сильно ссориться, при том, что искренне друг к другу относились.
И они очень сильно поссорились, и это привело к полному разрыву их взаимоотношений. А два таких выдающихся человека, Фрейд и Юнг, ну вот, сами понимаете, да? Ну, так. А вот, и они перестали вообще общаться, и Юнг очень сильно переживал. И он 20 лет искал ответ. Почему они перестали общаться, почему произошел конфликт? Одно дело, когда ты не любишь человека, ну там, не очень тебе нравится, поссорились, потому что, ну, понятно, что с него взять, да, как бы, ничего в нем хорошего нет. А тут, когда ты искренне к человеку относишься, не можешь найти общий язык. И он 20 лет искал ответ, гениальный, своей головой, гениальной головой, извините. И пришел к выводу, что есть разные психологические типы, что есть врожденные разные структуры мозга. Он доказал, что это врожденное. И так родилась книжка «Психологические типы». Вот он 20 лет потратил, искав ответ. Если вы разные психотипы, если вы антиподы, если вы не можете коммуницировать, вот есть такие рожденные функции мозга. Мы все не равны. У нас мы рождаемся, у нас у каждого уже есть свои функции, уже свои способности. Они формируются в утробе матери. Тобто майже в 100 років ми вже знаємо про різні психотипи. В мене є пропозиція тепер від історії перейти до сучасності. Від вас ви вивчаєте це питання. Ну, не знаю, декілька порад сучасним, не знаю, керівникам компанії, як використовувати 5 порад, що треба, як набрати колектив, які поради від вас. Перше, определіть психотип свого сотрудника і свій. Потому что понимание даже своего психотипа дает очень большой личностный рост, дает прогресс и приоритет над конкурентами. Зная психотип сотрудника, ты понимаешь, как с ним коммуницировать, ты понимаешь, чего от него ждать, ты понимаешь его в принципе. Очень важно понимать своего сотрудника. Сейчас же вот наши крупные холдинги, все очень заботятся о сотрудниках, все вырабатывают эмпатию в компаниях. Сейчас же мир очень изменился. Первое, определить психотип сотрудника. Дальше создать для него, ну, постараться максимальные какие-то условия, чтобы человек раскрывался, для того, чтобы он приносил пользу вашей компании, а не находился в стрессе. Потому что если ваш сотрудник постоянно находится в стрессе, поверьте, ваша компания от этого пользы не будет. Он сгорит, и вы не будете получать до конца, как бы, всю эффективность, которую компания могла бы получать. Дякую. Отже, зараз я можу чітко заявити, офіційно заявити, що ми тепер є такими базовими користувачами з MBTI, тобто ми вже розуміємо, що це і для чого це потрібно, тож за це ми вам дуже дякуємо. Але на цьому наша розмова не є завершеною, тому що для вас ми приготували невеличкий сюрприз. Це 3 питання, і в нас є прохання відповідати на них дуже швидко. Ого, вікторина, да? І дуже правдиво. Так, це невеличке таке бліц-опитування. Угу. Готові? Да. Погоджуєтеся з нашими правилами? Так. Питання перше. Яку найдорожчу подорож ви можете зараз собі дозволити і куди? Подорож? Так. Ну, вот я сейчас планирую лететь в Америку с 29 февраля по 5 марта. Пригласили официально поучаствовать в делегации в Белый дом. Помощник... Скільки коштує? Скільки коштує? Ну, поездка где-то обойдется порядка 4000 долларов. Угу. Яка бізнес-ідея надихає вас щонайбільше? Ну, у мене є місія. Моя внутрішня місія, от мене, от як чоловіка. Я популяризую інструмент MBTI. Я вважаю, що кожен чоловік на нашій планеті має знати свій психотип і знати психотип своїх близьких, з ким він комуніцирує. Таким образом буде менше конфліктів, менше війн і більше прогресу. Люди будуть друг друга розуміти, и любить, потому что на самом деле люди гораздо лучше, чем мы воспринимаем друг друга. И да. Останнє запитання, також дуже коротко, чесно і правдиво. Хто, можливо, з гуру світового бізнесу вас надихає? Чи є людина, якою ви захоплюєтесь і чому? Джефф Безос, да, это основатель сайта Amazon. Мне понравился, я писала про него статью, мне понравился его путь интересный, его мышление, как он принимает решения, как он вовремя какие-то вещи делает, он по психотипу стратег, ну вот он, наверное, импонирует. Я вашу відповідь приймаю, тому що багато людей в Україні і в світі хотіли б опинитися на місці Безоса. Саме зараз ми дякуємо вам, дякуємо за те, що відповів на всі наші запитання і бажаємо вам гарного дня, приходьте ще. Спасибо.